Задачу минимум выполнили. Это сезона вышли, чисто финал Кубка и взяли медали, Лига Европейские места забронировали. Поэтому в последние игры дома хотелось, конечно, сыграть немножко лучше, но отбила реализация. Тем не менее, мы благодарны людям, которые подготовили поле. Погода была очень неважная, тренироваться было очень сложно. Но тем не менее, работники сделали свое дело. Мы постарались тоже сделать по максимуму. Победа, я думаю, заслуженная. Но когда не забиваешь, то она всегда такая висит на мысли. Хочется всегда, конечно, более уверенно, но то, что есть, то есть пока. Поэтому спасибо всем, кто нас поддерживал в этом сезоне. Приходили на матчи, мы старались тоже показать, как говорится, смотрибельный футбол. Что получилось уже. Итоги сезона будут там будет. Все подведено и остался один матч. Надо довести и расслабляться, и сыграть тоже. На результат. Пожалуйста, ваши вопросы. Сергей Владимирович, у вас сегодня было не 7 запасных, а 6 изначально. Почему не были заявлены Роткович, Мунир и Николич? Николич травмирован, Роткович у нас многие матчи не попадал. И уже, скорее всего, последний игры не будет. То есть он уже не будет. Не планировали продлевать контракт, поэтому он сейчас, скорее всего, едет. А Мунир опоздал на установку. Раз опоздаешь на работу, как ты можешь быть на работе? А уточняющий вопрос. Установка, которая была сегодня да, вот, перед матчем. Утром или перед самым матчем? Перед самым матчем. На стадионе, да? Прям. Нет, не на стадионе, у нас установка всегда. Угу. Перед отъездом нам ехать 20 минут. Дисциплина есть дисциплина. И он был исключен из числа. Он готовился к игре. Еще, пожалуйста, вопросы. Петр Зайцев, Дубай. Сергей Владимирович, коль это последний домашний матч, значит, не знаю, вас удастся задать такой вопрос. Вы разговаривали вы с руководством «Динамо» по поводу продолжения работы? Ну, наверное, не я должен говорить, а со мной. Поэтому мне вопрос разговаривать, пока ничего никто не... Не говорю. Хотя мое мнение спрашивают по игрокам, кого брать, кого нет. Но пока конкретики дальше. Дай, пожалуйста. Вы оцените выступления украинских легионеров в «Динамо» на сезоне Будника, Мука, Бога. И будут ли они играть в «Динамо» или нет? То есть это чем проблема? Ну, насколько я знаю, Найку и Габоди предложили продлить контракт. Я его продлил, Габов, да. Знаете, как агенты, они решают игроков. Тут даже не тренер, не президент решает, а агенты все сейчас решают. Николич травмировался, на искусственном тренировались, и не каждому это, как говорится, хорошо. По Буднику тоже вопрос пока. Хочется более сильных нападающих. Если бы он был в Беларуси, мы бы даже не думали. Но иностранец. Поэтому всегда, если иностранец, хочется уже конфетку. Можно сказать, что они вам очень помогли в этом сезоне, все проект. Ну, я думаю, что помогли. Сегодня Будник забил. Были моменты на юг, естественно, однозначно. На Бобле тоже по системе гол плюс пас. Хороший. Есть определенные, конечно, минусы, как у любого футболиста. И они это тоже прекрасно понимают. И я думаю, что готовы работать дальше и совершенствовать свое мастерство. Артем? Островок полностью восстановился и уже готов играть и дальше, и несколько. Последний матч будет играть? Все будет зависеть от эмоционального состояния.
Потому что он вышел после большого перерыва. Сыграет хорошо, да. Я надеялся. А вот как он дальше без базовой подготовки, потому что любая травма, она все равно отнимает базу функциональную. И будем уже перед матчем решать с вами, кому играть, ему или ему. Пожалуйста. Сержант, спросили вас, Сергей Владимирович, что получилось сделать за это время, что не получилось? Можете подвести какие-то итоги? Чем довольны, довольны? Какой прогресс? Ну, я думаю, что прогресс был немножко в концовке. Не хватило, но опять, я думаю, что моментами, как «Динамо» играл очень неплохо. Я этим доволен. Сделать более целостную команду, конечно, хочется, но полгода это мало. Плюс нужны более 2-3 позиции качественные. Именно качественные. Не более там молодых или перспективных игроков, а именно более качественных с точки зрения техники, владения и работы с мячом. Брака очень многовато было. А какие позиции вы имеете? Нападающим однозначно нужно. Более плюс, естественно, у Пощинского есть проблемы со здоровьем, поэтому он не выдерживает. Сейчас мы ему рекомендовали некоторые моменты свои. Ну, это уже, кажется, что именно мне, я не буду говорить, подлечить. И он должен в этом плане прибавить в следующем году. Потому что вся проблема, что ему мешает это заболевание, чтобы держать функцию более стабильно. И вот в помощь ему тоже хочется более классного нападающего. Но все, опять же, зависит от наших финансовых возможностей, точнее, и от «Динамо», как на трансферном рынке поработает. Потому что игроков-то на карандаше много, но в основном они все стоят денег, свободных очень мало. Сергей Владимирович, пора, в принципе, уже все решено? Да. Еще будете обсуждать?